Итак, к новостям. Волгодонск готовится отпраздновать День народного единства. Мероприятия назначены на 4 ноября, которое считается выходным днем. Но сначала город нужно хорошенько почистить. Приведение в порядок городских территорий назначено на 29 октября, когда все жители и работники предприятий должны выйти на субботник. Планируется, что наш город в этот день заметно озеленится. Запланирована посадка 700 саженцев. Причем большую их часть посадят за городом, на Жуковском шоссе. А оставшимися засадят путепровод, набережную и Курчатова. А День народного единства начнется с марша. Его участники, активные члены политических партий, соберутся в районе ТРЦ и пройдут колонной с оркестром, флагами и транспарантами по проспекту Строителей до ДК Курчатова. Уже утверждены тексты лозунгов и надписи для плакатов, хотя желающие, по словам оргкомитета, могут проявить фантазию только в рамках политкорректности, уточняет глава города. Впереди колонны будет находиться духовой оркестр, впереди колонны будет находиться знамя Российской Федерации, здесь расскажу, кто ее будет нести. Затем будут идти колонны наших уважаемых партий первых, ну и затем уже пошли трудящиеся трудовых коллективов, ну и полностью вся эта колонна. Ради торжественного марша 4 ноября планируют частично перекрыть движение по проспекту Строителей. Хотя волгодонские автомобилисты уже привыкли к изменениям маршрутов. Если решите объехать через ДК Курчатова, сможете увидеть праздничный концерт. Также в администрации обсудили заболеваемость гриппом. Наш город в этом плане пока держится, не пересекая эпидпорог. Тем не менее, тревожные нотки есть. Только за последнюю неделю в Волгодонске прибавилось еще на 600 больных гриппом.